Всем привет! Продолжаем прохождение Bad Pigeons. Плохие свиноматы. Так, в прошлый раз мы прошли вот эти бонусные миссии и начали проходить вот эти. Давайте пройдем бонусную миссию и посмотрим. Так, получается, у него каждую бонусную миссию падает шляпа. Ну ладно, понятно. Смотрим. Нужно пройти игру до самого конца. Ой, не то нажал. Тупая привычка. Окей, все. А, я эту бонусную уже проходил, да? Что-то знакомо. А, нет, это просто А, все понятно, это просто похоже, да. То есть нам нужно эту фигню подобрать. Веселье, кураж и на время, да? Ну что ж, нужно подобрать, так будем подбирать. Лучше всего поставить вот здесь вот. Давай для начала глянем вот так вот. Слишком высоко. А если мы сделаем по старинке? Окей, он падает. Да, если мы сделаем вот так вот. Потом вот так это будет взлет. Взлет и падение. И вот так вот в бок. Как вариант. Нет, не вариант. Ну-ка, подождите. Если мы эту фигню уберем. Да, будет мешать постоянно. Ну-ка, если мы в бок. Не получится. Ха, интересно. То есть тогда только вот так? Ну так это вообще бесполезно. Очень интересно. Ну-ка, если мы возьмем вот эту одну. Прикольно. Так, можно попробовать это сделать вот так. Взять вот эту. И взять вот эту вот в бок нацелить. Блин, там падает сразу, да? Нет, 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 не вариант. Интересно, интересно. Бок. Хорошо, если мы сделаем вот так, вот так. То есть это у нас будет взлет. Как вариант, взлет, а это в бок. Но опять же, он слишком близко к этой фигне стоит, да? Что же сделать? Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Это вообще без вариантов. Ну-ка еще раз. Непростая задача. Ну давайте я подумаю. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ну вот, что-то типа такого я придумал. Суперконструкция. Не знаю, получится. Не, давайте попробуем. И вот так съезжаем и вот сильно, да? Не, мне кажется, должно получиться с такой фигней. Если вот так вот, нет, плохо. Может быть, как-то можно все равно сделать получше, мне кажется, да? Я хочу попробовать такой вариант. То есть съехали. Вот немножечко не хватило, черт. Черт подосри, давай. Давай, давай, детка. Ох, нет, плохо, бугал. Ну, такими темпами, если помучиться, то можно попасть. Все время бугал, сраный. Мне кажется, такой самый оптимальный вариант. Ну, сейчас слишком далеко. Ну, говорю, здесь опять же, все от удачи зависит. Давай. Опа, нет. Все плохо, если вот так. Поедет, поедет, нормально. Так мы уменьшим взрывную силу. Видите, да? Почти. О, 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 е, о, е. Ладно. Все, я взял. Хорошо, хотя бы, что, чтобы взять черепок, не нужно идти на финиш. Это плюс единственный. Теперь. Ух ты, ух ты, а вот это реально сложная миссия. Офигеть, надо отсюда вот взять и полететь сюда еще и на время. Ну ладно, глаза боятся, руки делают. Динамит нам больше не нужен, я думаю, сделаем тогда мото, чтобы проверить, чтобы прочекать дорогу, да? Давайте бутылочку поставим для ускорения торпедо. Поехал. Ну, давайте прибавим скорости.
Ага. Переворачивать, значит, надо еще одно колесико поставить. Вот так и вот так. Поехали. Попробуем, посмотрим, что у нас получится. Естественно, он скорость набирает? Нет, что-то он плохо скорость набирает. Ну, еще раз давайте глянем. Да блин, нет, стоп, вот так. Пускай он сам поедет. Давай, братюня. И прибавляем. Окей. Вроде заехал один раз. А как он дальше-то должен? Я не знаю, как дальше. Все, приехали. Конструкция должна быть интересная. Зачем пружина? Это непонятно. Странно. Так, ну поехали. Давайте придумаем. Конструкция должна быть вот такой вот, типа, да? Типа вот так, вот так, вот так. То есть нам нужно ускорение будет. Здесь мы поставим взлет. Взлет. Ну просто чтобы опять проверить. Здесь ускорение. Ну и человечка давайте. Да, у нас два ускорения и два взлета. Поехали, братюня. Давай, давай. Ту-т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 у. Ускорение. Подадим, подадим. Все, больше у нас ускорения нет. Это плохо. Он сейчас не заедет опять. Да что ж ты будешь делать? Ладно, поехали тогда вот так. Будем по одной банке ускорять. Если я успею. Давай, 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 братюня, давай. Давай. И теперь еще одну. Ладно, еще раз. Я просто глянуть, да, как он будет на финиш себя вести. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. О, yeah. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Поздновато. Блин, мой косяк еще раз. Не, эта миссия, конечно, сложная, потому что это бонусная миссия, она сложнее, чем обычная. Там будет, конечно, помучиться, ну ладно. Мы в любом случае пройдем все миссии. Поздновато, ну поздновато. Да чё ж такое, давай, я же ехал только что. Еще раз. Неудобно, что нажимать сюда, вот, конечно, вообще неудобно. Давай газку, нормалек. Теперь ты газку. Ну за что? Во, все, полетели, бабах. А зачем пружина, непонятно. Ну давайте, ладно, я подумаю, потом покажу, что получилось. Так, все, я придумал. Придумал, как что сделать. Не, в принципе, не сложно, да. Здесь надо было делать акцент именно на динамит. То есть в том месте, где нужно взлетать, там надо использовать динамит. Ну поехали, посмотрим, что у нас здесь происходит. Давай, братюня, давай. Попробуем. Я еще не проходил, все попробуем. Так, даем ускорение. Немножко опоздал. Так, не падай. Самое главное, чтобы она не упала. Давай, братюня, живи. Берем плюшку. Опа! Все. Но, да, я не успел по времени. Хорошо, это мы сделали, но по времени я не успел. Как же он успеть по времени-то? Пробуем тогда вот так сразу на разгоне взять скорость. Мне интересно, да, он сразу ломается. А-а-а, ой, попробуем еще раз. Так, давай, братюня, давай. И скорость сразу прибавим. Не падай, пожалуйста. Ну, нет, видите, это ничего не помогает. Ну-ка еще раз. Самое главное, мы уже прошли хотя бы. Это уж хорошо. То есть моя конструкция помогла мне. Теперь попробуем здесь скорости взять. О, вот это другое дело. У нас еще есть одно колесо. Зачем нам еще колесо? Пружина. Вот потенциал пружины вообще не чувствую. Какой смысл от нее? Вначале мы не успеваем, да, нам нужна скорость вначале, да. То есть, в принципе, мы все делаем идеально, но вначале не хватает скорости. Как же нам взять скорость?
Не, тогда мы вверх не взлетим. Ладно, если мы будем по очереди. Даже ничего страшного, правильно? О, другое дело. Хорошо, пробуем еще раз дойти до конца. Пробуем еще раз. Так, здесь мы спускаемся. Чуть-чуть я не успеваю. Чуть-чуть по времени совсем. Так, поднимаемся. Аккуратненько едем. Поднимаемся. Ну, прям немножечко по времени. Так-то я пройду, видите, все идеально. Идеально! Эх, почти идеально. Ну, нормально, да. Но по времени, как же быть-то? Ускорение. В принципе, если мы попробуем сделать вот так, вот таким-то образом, то сделаем перевес. Получится, не получится. Видите, сразу, во-первых, эта скорость побыстрее стала, гораздо быстрее. Самое главное, чтобы он не упал и не сломался из-за этого. Вот так трястись начался, жесть. Да, ладно. Ну хорошо, если мы сделаем эту фигню, она тоже хорошо идет противовесом. Давай, братюня, давай. Должен что-нибудь сделать, давай. Так нельзя, да? Ну, конечно, вот эту фигню сделаем. Веселая конструкция у нас. Да, видите, у него очень сильно нагрузка идет на переднее колесо. Очень сильная нагрузка. Да, смысла нет, он переворачивается. Если мы сделаем вот так. Такой троллейбус. Да, то же самое абсолютно. Ну, блин, детка, ну давай. Ладно, давай сейчас что-нибудь придумаем. Да. 3 звезды! Нормально. Само собой, все честно, мы будем делать вместе с вами то же самое. То есть, пока я не сделаю вместе с вами, мы не засчитаем этот раунд. Вот такая вот у нас конструкция получилась. Все, ждем. Плюс ее в том, видите, она длинная. Блин, запоздал. Она длинная, да, и она не переворачивается. То есть, она наперед не падает. Все продумано умами миллиардов людей. Моих рабов. Давай. Вау! Опа, и она не сломается. Поехали, поехали. Давай, скорость, братюнька, набирай. 3 секунды. Давай, давай. Все, прошел. То есть мне было, это можно было плюшку не брать, потому что мы уже с плюшкой прошли. Хотя до этого, когда я включил запись, я прошел, получается, по времени, по плюшке и по финишу сразу. Все, поздравляю, мы прошли бонусный уровень, идем дальше, 17-й. Нелегкий был уровень, нелегкий. О, зонтик. Сначала смотрим, что у нас здесь есть. Плюшка и какая-то фигня. Ну ладно. Так, что мы здесь можем сделать? Давайте сначала проверим, что такое зонтик. А, наверное, чтобы я падал медленно. Прикольно, прикольно. Ах! Ты чтоб тебя с вертухи в щи прописали. Да. Ну, попробуем еще раз. Подожди. Мне кажется, это была случайность. Прикольно вообще. А, если мы сделаем так? Ага, он просто немножко переворачивается. То есть его пукан взрывается ядерной бомбой. Ну, этот уровень легкий. Я 100% вам говорю. Легкий уровень. Тварь. Вот так самый оптимальный вариант был, да? Но он сильно переворачивается. Тогда можно сделать мото вот таким способом, как вариант. Мото-мото. Ну-ка, давайте глянем, что сейчас будет. Ах, красавчик. Какой же я профессионал все-таки. А, да, все. А, по времени. Все ясно, все. Сейчас сделаем. Ничего сложного в этом нету. Еще раз. Давай, братюня, переставим перевес для того, чтобы быстрее поехало. Давай по времени, братюня. Все, отлично, прошли. Бабах!
Да, три звезды. Идем дальше, идем. На скорость, на скорость. На скорость прохождения. Так, бутылки можно, бутылки нельзя использовать. А в чем проблема? Извиняюсь. Здесь даже плюшки нету, да? Здесь надо просто упасть вниз. Упасть. Вот такие маленькие колесики. Нельзя использовать фигню. А, то есть мне нужно сделать перегруз. Кстати, интересная, интересная вещь. Смотрите, да, то есть нам нужно как-то стартануть, при том, что у нас поверхность прямая. Здесь плюшек нету? Нету плюшек. Прямая поверхность. Здесь нам поможет физика. Я лауреат премии по физике и по вранью. Так, надо что-нибудь придумать. А, для этого вам нужно колесико, правильно? Кусок инвалида. Ну ладно. Не, интересное задание. Я не сказал бы, что оно сложно, она просто все продумает. Эта фигня нужна, чтобы не сломалась конструкция. То есть она в любом случае там же должна быть двухпарусная. Двухъярусная, двухпарусная. О, а что маловато у нас будет мушек? У нас только так, да? Смешно, как не могу. Хотя, может, чтобы он ломался, без разницы. Да, без разницы. Без задницы, без разницы, как хотите. Может, даже попробовать сделать вот так вот. Так, повернуть нельзя. Он упадет тогда. Давай, братюня. У, мне нравится эта фигня. Давай, давай. Все, прошел. Ну, изи. Просто изи. И, зе, и, э, а, а. Все. Возьгё дальше. Проходим по-быстренькому. Вентилятор. Плюшка одна есть. Там плюшки нету сбоку. Правильно я понял? Да, правильно. Хорошо. Значит, можно взять плюшку и потом на время. Плюшка у нас далеко. Ну, до нее можно пробовать доехать на этой фигне, да, то есть нам нужно в бок ее, значит, поставить. Вот так вот, в бок. Хотя можно было на этих доехать, на газировке, ну ладно. Вот так вот и вот так, как вариант. Вот так попробуем. Вау, ой. Стоп. Нет, даже я не в ту сторону вообще сделал. Получается, значит, вот так надо, правильно? Да, вот так. Вот. Самое главное, чтобы она не сломалась. Она сломается? Она сломалась, понимаете? Я так не буду играть больше в эту игру. Ладно, тогда сделаем вот так. Пойдем, братюня, пойдем. Медленный спуск. Не, уматная тема. Вот, еще немножко. А если мы поставим вентилятор, в какую сторону подует? В эту сторону. Значит, нам нужно сделать вот так, получается. Ну, в принципе, не сложно, смотрите. Прикольно даже, мне нравится. Вау! Ну почему? Поехали еще раз. Давай, братюня, не перевес, пожалуйста, не надо перевешивать. Ах ты, тварь тупая. Еще раз. Давай, пойдем. О, почти. Хорошо, у нас будет такая двойная конструкция, правильно? Делаем так. Не, миссия не сложная. Главное все просто продумать и все. Для начала давайте сделаем вот таким вот образом. То есть вырубаем вентилятор, перевеса не будет. Он должен прям ровно прямо стать, да. Здесь медленно, поэтому мы сделаем так. И вот так. Прибавим и газку. И все. Ну, слишком легкая. Я даже не хочу проходить. Ладно, я пошутил. Мы пройдем в любом случае. То есть делаем так. А что станет прямо, убираем эту фигню, врубаем. Поехали. Ой, не ту сторону извентиляюсь. Так, все, еще раз. Это вентилятор. Не, молодцы. Самое главное, мне нравится, что здесь есть разнообразие. Это хорошо. То есть чем больше предметов, тем лучше. Врубаем газок. Блин.
Пружина, да? Кусок инвалида. Нет. Так, у нас конструкция слишком тяжелая. А если мы поставим один зонтик? Один зонтик тоже должен. Ну-ка, давайте попробуем один зонтик поставить. И вот так вот поставим. Вот эту сторону, правильно? Стоп. Да, Господи Иисусе. Дева Мария. Стоп. Вот так вот. Поехали. Один зонтик тоже, да, потянет, потянет. Прямо посередине как раз будет стоять. Нет, ну-ка еще раз. Давай, братюня, давай. Вау, скорости прибавим. Нет, плохо, еще раз. Хотя зонтики, они здесь легкие, очень легкие. А, подождите, все же легко. То есть мы сейчас просто едем, и я в нужный момент врубаю не с самого начала, а, например, здесь вот, да? То есть мы поэтому сделаем вот так. Все легко, все. Сейчас пройдем 100%. Возьмем фигню эту и все. Поехали. Все, я придумал. Профессионал, ас. В прошлый раз мы сделали все идеально. Только я слишком рано врубил бутылки. Нам нужно проехать. Как он сдох-то? Да вы что, издеваетесь, кусок дебила? Еще раз. Давай, братюнька, давай, давай. Живи, живи. Убираем эту шляпу, едем. Едем, 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 едем. И врубаем бутылки, правильно? Да, и назад. А назад нам хватит скорости? Хватит скорости. Все. Первое дело мы сделали. Мы взяли плюшку. Теперь нам нужно сделать на время. Давайте посмотрим, как можно сделать на время. Ага. Ну, на время, в принципе, можем пробовать сделать вот так. Давай, на время, поехали, 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 поехали. 6, 5. Слишком долго разгоняется, очень долго. Ха-ха, я успел. Ой. Все, отлично, все прошли. Гоу дальше. Легкая была миссия, легкая. А здесь что, нельзя падать и нельзя использовать зонтик. Нужно просто прийти к финишу. Нельзя падать, да? Крэк. То есть, если я сделаю так, он не засчитает. Крэк? Он засчитал, что ли? Это самая быстрая миссия. Все, прошли. Смотрим, что у нас здесь. Так, ага. Ищем сразу плюшку. Вижу плюшку, лицезрею. Хорошо. О, новый объект. Что же у нас такое? Давайте посмотрим. Сделаем мото. Может, какой-то реактивный двигатель или что это? И чё? А, и чё это такое? Ясно, ладно. Параша полная. Потом посмотрим. Сначала попробуем сделать вот так. Заедет? Давай, детка, заедь. Ну что ж ты такая дрянь, а? Подождите, если мы сделаем вот так, вот так. А, может это типа сильнее будет этот? Да, наверное. Вообще сильнее стал. Взлетел просто. А зачем вот этот моторчик, не понимаю. Какая логика от него? Сильнее, да? Ну-ка. Да, гораздо сильнее. Хорошо, нам нужно как-то заехать. Мы не можем заехать. Ну так упадет. Ну хотя бы упади. Давай, давай, дерьмо. Ну-ка, если мы наоборот подальше. А, еще дальше нельзя. Интересно, а если вот так мотом мы так делали уже, он не хочет заезжать. Он сразу падает, да, и так тоже падает, да, и ла-ла-ла-ла-ла-ла. Маленькая конструкция, очень маленькая. Ну давай, братюня, что ж за говно, давай, давай. В любом случае мы возьмем, я не успокоюсь, пока не возьму эту плюшку. Мы так делали уже, блин, а.
Fucking logic. Ну-ка, если мы сделаем вот так, вот так вот. Тварь тупая, ну давай же, давай, давай. Видите, через ухо проходит. Странно. О, он так встал. А, нет, он не разрешает. Ладно, давайте, чтобы вас не мучить, сейчас подумаю и потом рублю. Так, ну все, ну в принципе тоже не так уж и сложно, да? Просто надо было учесть, что можно было свинью сувать не только в постройку, а, например, на постройку. Вот, все очень просто. То есть мы ставим колесико. Опа, видите, она падает. Пук, 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 по идее падает. Давайте посмотрим. Я не знаю, упадет она до конца. Да, упадет. Все, это мы сделали. Окей, хорошо. Да, мы ничего не пропустили. Да. Да. Теперь нам уже нужно подниматься вверх. И доехать за время, при этом, чтобы не было удара. Давайте тогда сейчас соберем конструкцию всю. Например, попробуем мы с мото-мото. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так и вот так. Для начала, просто глянем, как это будет все работать. Что-то как-то он сложновато. Ну давай, давай, давай. А время-то идет. О, он застрял? Угу. Нам нужно, чтобы все было быстрее. Ну-ка, если мы пробуем это сразу вот таким вот образом. Голову не будем ломать? Давай, братюнь, набирай, набирай обороты, давай, быстрее. Очень долго, он, наверное, даже не поднимется. Нет, поднялся. 7 секунд. Нет, не то, да? Да. Он очень много времени потратил на подъеме. Сейчас еще ударится. Нет, нормально. Блин, нет. Плохо. А если вот так вот сделаем? Просто примитивно. Ему разгон нужен. Давайте дадим ему разгон. Вот такой вот разгончик. Ну, здесь он вроде быстрее прошел, да? То есть, по идее, должно быть лучше. Если она не упадет, не шмякнется. Давай, детка. Нормально, все. Ну, изи. Фу, хорошая миссия, да. Просто надо было додуматься, что можно сверху класть свинку. Нормально, давайте дальше. Так, что у нас здесь? Плюшка, финиш, время. Здесь, скорее всего, зонтики будут, да? Да, есть зонтик один. Сначала давайте тогда разведаем территорию, что у нас здесь есть, ради интереса, чтобы понять. Какой-то желтый зонтик. А, типа он крутой? Хм. А моторчик тоже для зонтика, что ли? А, типа автоматический зонтик. Хотя, наверное, да, здесь нелегкая миссия, скорее всего, она нелегкая. Не, подожди, вот так надо. Ой, смешно. Если мы сделаем вот так и вот так. Например, вот так. Пиу, 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 пиу. Да, он долго же так будет подниматься такими темпами. Очень долго, я думаю. Ну-ка. У нас еще есть колесико, моторчик. В смысле, еще быстрее? Да, это еще быстрее, как я понял. Ну, давайте попробуем. Прикольно. Видали, какая физика, да? Даже моторчики есть. Два моторчика сразу. Но сейчас я, скорее всего, не смогу взять, да? Давай, детка. Нет. И на финиш я успел. Хорошо. Угу. Давайте добавим еще туда колечко. Ой, колесико колечко. Вот так вот попробуем. Пил, 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 пил. Здесь, по-моему, одно колесо, смотрите, работает, да? Вообще бред. Давай, братюня, давай, давай. Так, нет, колесико на лишнее, тяжелое еще при этом. Пружинку. Нам нужно как-то достать. Попробуем вон так. Давай, братюня, давай, пью, пью. Не, прикольно, реально, мне нравятся эти моторчики. Миссия несложная, я думаю, да? По времени мы уже успели. Нам самое главное, чтобы он коснулся колесом. Сломался.
Чтобы коснуться колесом, для этого нужно сделать перевес. Давайте попробуем сделать вот так. То есть перевес на заднюю часть. Вот уже перевес работает. Ну-ка, если мы сделаем вот так. Пробуем таким методом. Давайте попробуем. Давай, давай, братюня, давай. Оп, 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 оп. Ой, 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 извиняюсь, блин, все испортило. А, подождите, все понятно. То есть можно было просто тупо в момент, когда он падает, вырубить зонтик и все, смотрите. Я говорю, миссия несложная. Все, возвращаем конструкцию, как было. Колесо тупое убираем и делаем еще раз. Давай, братюня. Сейчас все попробуем сделать нормально. Да что ж ты ломаешься-то? Вот так. Он должен нормально ехать. Давай. Во. Во, уже лучше. Все, и сейчас момент, когда он будет падать, я вырублю эту шляпу. Ма! Нет, не очень-то вышло у нас. Ну-ка еще раз. Давай, давай, давай. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Набирай, набирай обороты. О! По времени давай. А, я же могу успеть взять плюшку и отдельно по времени, да? Ну хорошо, все. А теперь, ну все, изи, мы прошли, грубо говоря. Давай тогда сейчас мы сделаем так. И просто уже идем по времени. По времени тоже легко. То есть мы просто врубаем и даже не заморачиваемся. Все, миссия пройдена. Легкая миссия, интересная миссия. Два моторчика это, в принципе, интересно. Сейчас она берет скорость, да? Потому что мы здесь остановились и потратили некоторое время нормально, жив-здоров. О, смотрите, все успели. Хорошо. Три звезды! Отлично, let's go дальше. Let's go, что у нас здесь? Смотрим, плюшка есть, черепка нет, есть черепок. А где я вообще? А, вот он. Офигеть, да вы что, шутите? Динамит, да? Да, динамит есть. А, ну, в принципе, это должно быть несложно. То есть, надо сюда доехать на чем-то, динамитом взрываться или здесь вверх, забрать плюшку. То есть, нам нужна машинка, потом должна быть такая конструкция, чтобы я взрывался и летел вверх. Нет, это будет... упадет. Ой, извиняюсь, не ту сторону. Че, мало, да, будет? Угу, ладно, не проблема. Не, ладно, ладно, но пробуем everybody. Everybody, давай, давай, поехали, братюня. Поехали, поехали. Тушься, тушься. Пу! И полетел я в космос. Почти, видели, я почти сделал это. Ладно. Кстати, сейчас нет смысла плюшку брать. Давайте мы сначала возьмем черепок. Почти. То есть он... Мне нужно, чтобы он был под углом. Ух ты, а здесь еще и разные фигнюшки есть. Блин, вот... Все по-разному работает. Ой, извиняюсь, не туда. Как будет быстрее, так или так? Нет, параша. Ну все, давай тогда сейчас сделаем нормально. Еще раз, давай. Смотрим, куда нам лететь. Угол нам нужен. Угол, угол. Ага, ну чуть-чуть, ну. Нет, мы конструкцию сделали идеально правильно. Можно сделать даже вот так вот. Чтобы была больше скорость, чтобы мы не ждали. Давай, давай, братюня, давай, тушься, тушься. А, да, детка, потекло. Ну давай, ну ты мразь, ну почти. Давай. Падай, самое главное, падай. Вот здесь застревать, да, сейчас будет? Нет, пум, пум. Да, все. Хорошо, первое дело мы сделали. Теперь нужно нам взять плюшку. То есть ТНТ мы оставляем, оно всегда останется. А если мы поставим, будет скорость быстрее.
Поэтому можно сделать вот так и вот так, верно? Это что такое? А, да сразу все запустить, прикольно. Запускаем сразу все технологии. Тяжело поднимается. Так. Обратно я тогда не уйду. А если мы сделаем вот так? Гол. То есть врубаем сначала эту шляпу, а это в обратную сторону, чтобы ехать. То есть мы возьмем сейчас плюшку, вырубим. Что? Я не могу подняться. Что? What the fuck? What the fuck? Как же он это сделает? Попробуем еще раз тогда вот так. Хорошо, тогда нам нужно сейчас не на время, да. То есть нам нужно взять плюшку. Обратно поедет? Поедет, поедет. Давай, детка, давай обратно. Вот, почти. Ну, ничего сложного нету. Здесь не сложно, просто самое главное попасть. И все. То есть рассчитать миллиметры. Сейчас берем плюшечку, идем сюда, а потом придумаем конструкцию чисто, чтобы на финиш. Давай. Назад. И надо рассчитать угол, да Господи Иисусе. Еще раз, давай, пиу, 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 пиу. Такая свинья не понимает, что происходит. Так, ой, что-то я задумался, ладно, извиняюсь, еще раз. Поехали, поехали, поехали. Да, и обратно теперь, давай обратно. Ну, немножко не получилось. Или получилось, да? Давай. Опа. Нормально. Должно дойти, я надеюсь. Отлично. Все, мы взяли плюшку. Сейчас, конечно, возьмем еще. Сейчас пройдем этот уровень и закончим. Потому что у меня тоже время, дела. Еще раз. Теперь мы делаем только на плюшку. Нам нужен TNT. А, на... нет, нам нужно просто на скорость, да, сейчас? Вот сюда вот попасть нужно. Да, в принципе, конструкция все правильно. Просто жмем и едем. И рассчитываем. Давай, 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 детка, должно получиться. Я ж профессионал. Ас. Да, все. Ну ладно, еще один уровень сейчас глянем, что там у нас есть. Тяжелый, не тяжелый. Плюшку вижу, время. Это не подбирается, да? Так, все, здесь больше ничего нету. Газировка, ну это было очевидно. Ну что ж, попробуем сделать тогда сразу мой супермобиль. Вот так вот. Вот так вот. Моторчик. Ага, так. Хорошо, можно будет сделать вот так. Ускорение нам, в принципе, не знаю, нужно нам ускорение, не нужно. Время пока не идет, да хорошо. Все, время пошло, да, давай. А чтобы он аккуратненько упал. Да, потом вот так вот. Ну все, понятно. То есть нам нужна вот эта фигня. Пропеллер и две вот эти. И будет изи вообще. Ага. О, сработал сразу перевес. Хорошо, мы поехали. Поехали, поехали. Сейчас мы должны упасть аккуратненько. По замыслу. И вот так вот. Поехали, братюня, поехали. Вау! Ага. Хорошо. То есть все правильно сделали, только надо будет бутылку в самом конце, вот этой фигни. Еще раз спускаемся аккуратно. Спускаемся. Врубаем. А, сломался вентилятор. Пошли вы в попу. Еще раз. Давай, пиу-пиу-пиу. Не ломайся, пожалуйста. Нормально, все.
Это же он сам должен доехать. Время дойдет. Ты, блин. Почти. Эх, ладно, попробую сейчас по-другому. Попробуем сразу бутылку заюзать. Нам нужна скорость еще в начале. Главное, не сломай свое говно. Отлично, поехали. Вот так. А, подождите, это может нам пригодиться. Не убираем зонтики. Даем разгон. Да. Как вариант, в принципе, неплохой. А что у меня не получилось? А, понятно, все, зонтики подвели меня. Да, что-то сделаем. Все, сейчас все сделаем. Еще раз, все. Сейчас все 100% прям сделаем. Давай, брать меня. Давай, поехали. Буль-б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 уль. Теперь падаем. Осторожно. Главное, чтобы он не сломал вентилятор, тогда мы сделаем. Нет, не считается. Потому что вы сами видели, что он не всегда ломает. То есть я никак в этом не участвую. Давай, потекло говно по трубам. Давай, пошли. Нормально. Все, теперь врубаю вентилятор. Эту фигню убираем. Врубаем. Да что ты будешь... А, все, все, понял. Главное понять физику игры. То есть нужно было это открывать, да? Нужно было открывать зонтик в самом конце. Все, врубаем. Зонтик, да, убираем обязательно, чтобы был разгон хороший. Добавляем разгончик. Врубаем. Вот так вот. Давай, блин, ну по времени. А, хотя мы все правильно сделали. Мы взяли плюшку, то есть теперь нам на время все равно. Все, первое дело я сделал. Теперь нам нужно по-быстрому все это сделать, да? По-быстрому, то есть без зонтиков вообще. Бабах. Аллах бабах. Так, подождите, как же нам сделать тогда? Май мото-мото попробуем сделать. Ну-ка, если мы сделаем вот так вот. Давай, братюня, поехали. Нет, не поехали? Большой, наверное, мото. Мото большой, да. Все. Он, интересно, здесь перевернется? Да, перевернется. Блин, тупая свинья. Свиноматка сраная. Окей, тогда надо будет сделать вот... И какую сторону? Если отсюда, значит, поедет туда. Значит, по логике, вообще-то лучше сделать вот так вот. Вот так вот. И подвинем его сюда вот. Ну-ка, если мы сделаем вот так. Не, эта миссия не сложная. Опять же, здесь надо просто подготовиться немножко. То есть все собрать в едино. Да что ж ты перевешиваешь-то, мразь? Во! Другое дело. Моторчик. Ну-ка, попробуем еще раз. И опять, да, старая история. Ладно, давайте сейчас я подумаю, придумаю такой хороший вариант и покажу. В принципе, да? Вот, в принципе, все то же самое. Только я поставил банку в бок. Давайте попробуем. По-моему, что должно получиться. У меня было что-то похожее на это. То есть сделаем так. Сейчас он падает. Я вырубляю, вырубляю, вырубаю зонтики. Нет, плохо. Конструкция правильная. У меня неправильно получилось. Еще раз. Так, давай, внимательно. Внимательно. Опа, поставили, вырубили, поехали. Должно хватить. Да, давай, давай. Сейчас он должен врезаться прямо в динамит. И финиш. А, изи! Изи-бризи! Все, три звезды. Ну, на этой миссии мы закончим. Хватит вам. Хватит на сегодня. Давайте просто глянем, вот я плюху уже вижу. Плюх. Давайте попробуем взять плюху сначала.
Просто ради интереса. Ну-ка, подождите. Ага. Плюха. А, подождите, это же как в прошлый раз. Это тупо перевес надо делать. А колесико есть? Есть колесико. Падает. Ага. Ну это изи, короче. Хотя подождите. А если мы без колесика? Просто так сделаем тупо и все. Ну давай, параша, а? Бичиха. Вот так можно попробовать. Ну-ка, подождите, уберем эту фигню. А, ну или можно вот так. Здесь, я говорю, вариантов очень много. Но это не сложно, безусловно, это не сложно, ничего сложного нет. Можно было, кстати, просто сделать вот таким вот образом, и все, и мы сейчас закончим игру. Вот, видите, да? Все легко просто. Тварь тупая. Ладно, тогда вот так можно сделать. Ага, а мы сделаем защитный слой, все. Изи! Изи-бризи, давай, вали отсюда. Молодец, красавчик. Я говорю, что изи. Он еще мимо полетел, прикиньте. Давай, детка. Опять же, зависит от удачи, да? Уже будет вообще хорошо, по идее, да? Ах, просто идеально! Я могу нажимать на кнопочку, смотрите. Я понял, все. Ну все, всем спасибо за просмотр. До следующего прохождения. Всем пока.